Одним из наиболее важных вопросов является сохранение контроля за ценами на социально значимые продукты питания. По данным областного управления предпринимательства, по итогам первого квартала текущего года рост на 19 наименований продуктов составил 2,5%. Это один из самых низких показателей по стране, при этом по всем видам социальных продуктов цены ниже среднереспубликанского уровня. Наибольший рост цен произошел на завозные извне товары, такие как гречка и сахар. Также есть подорожание подсолнечного масла и куриных яиц. С начала года у нас действовали предельные цены на сахар и гречневую крупу. В соответствии с действующим законодательством они устанавливаются на срок до 90 дней. То есть они первый квартал действовали. И, соответственно, там есть своя методика, как они устанавливаются. И сейчас вот мы приняли постановление акимата Тюбинской области по установлению предельной цены на подсолнечное масло. И мы его направили в департамент юстиции, когда на регистрацию пойдет, после 10 дней официально она вступит в силу. На данный момент у нас идет разработка национального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Пока этот национальный проект обсуждается на уровне экспертов, специалистов. Пока очень преждевременно говорить о новых мерах субсидий, но мы на сегодня действуем в рамках существующих мер, это вот в рамках стабилизационного фонда первый, это второй механизм, это за счет оборотных средств. Поэтому на сегодня мы обсуждаем вопрос за счет оборотных средств помогать материально именно нашим сельхозтоваропроизводителям. Это наши откормные площадки, это наши производители. Это уже как не прямое субсидирование, но как на оборотной схеме.